Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить игру «Корабль-призрак». Мрачную такую игру с призраками. Действительно, вот у нас тут сидит один представитель такой. Это игра на PlayStation, но мы играем в нее вот не на PlayStation. Вот, очень классная игра. Так, значит... Идем. А, так, в общем, в прошлой серии что мы с вами сделали? Шипцы. Так, мы с вами сходили к медиуму какому-то, да? Нет. Вот, и он нам дал какую-то сухую воду, и мы смогли отдать шарик, который остается от призрака, потому что он, благодаря этим шарикам, поскольку он слепой, он не видит, но он хочет увидеть мир, там, что-то такое увидеть, хочет. Вот. Благодаря этим шарикам он сможет что-то увидеть. Да, шарики позволяют видеть у него в башке, но не в глазах. Так, и мы в прошлой серии взяли с вами какую-то деталь, которая нам как раз для вот этого фьюз-бокса нужна. Хи-ха! Перчаточку. Перчаточка. Где у нас там перчатки? Как это так? Ты шизер. Я же не дотрагивалась. Хорошо, ладно, выйдем. Сначала, может, перчатку надеть? Может, не так используешь? Есть, вот, да? Перчатка есть. Угу. Теперь где-то железочка долбанная? Так, теперь железочка, да. Сейчас будет еще. Не взяла или что, взяла? Так, подожди. Может быть, теперь зайти надо? Давай. Вот. Ой. Так, теперь... Чарт-рум. Ток течет по проводу. Это хорошо, что умеет. Так, чарт-рум, да? Чарт, что за чарт? Фиг его знает. Все, мы, значит, прошли эту часть. Значит, тут работал свет. Тут все нормально у нас со светом. Может, значит, сюда надо? Где-то он не работает у нас. Пойдем сохраним. Меня немножко вот беспокоит то, что у нас... Со здоровьем такая фигня. Ну, что, ну вот я случайно опять схватила, ты видишь, у нас его мало остается. Да? Если что, у нас очень быстро убили. Ля-ля, труба мой. А, помимо того, что свет загорелся, он, возможно, вот и здесь будет свет этот, понимаешь? Угу. Сейчас мы сохраним тогда. Телефон сохраняет игру. Красная трубочка, да. Сохранить, конечно. Гашишь. Сохранить. Палба гашишь-то. Давай в третью сохраним, да, новую запись. Кузичка тут сидит с нами рядом. Смотрит, вот так просто закрыл глаза и радуется. Так, ну что, морячок, сейчас ты будешь радоваться. Чему? Свету. А то что-то не радуется. А сейчас вот он. А будет что, здесь нету света? Наоборот, он включен же был. А, он был включен, да? Все. Так, радуйся, моряк. It's light. Свет. Finally. Наконец. She won't come here anymore. Ух ты, спасли их моря. Значит, опять сохранятся. И ключ моряку. Отлично. Так, звезда, хочешь выбрать? Да, конечно. И ключ забирай внизу. Так. Ключ. И сохранятся. Да, тогда пойдем еще разочек сохраним. Отлично, мы спасли с вами какого-то матроса, да, вот этого моряка, матроса. Вот, он, значит, у нас, как бы, он знал, что в темноте вот эта девочка как раз вот и сюда прям сохранил. Ага. Так, и, в общем, из-за этого он никак не мог очиститься, да, так сказать. Кто, вот этот черныш? Да, он просто, она же его убила там, получается. Уголь или как, вот что-то он какой-то обугленный. Призрак. А вот это такие духи такие черные, да. Не мы их делали. О-о-о! Ну, что скажешь? Everyone died во время on the day of that great storm. The entities you see aboard the ship are mere shadows. А ты кто? Курица? I've been waiting a long time for someone to come and help us. Please, help us. Help this ship. Его спасли. Ты куда? И его спасли, смотри. А команда?
Команду оставим. У нас есть ключ, пойдем что-нибудь открывать. Так, отлично. Так, ключ у нас есть. Где у нас, что было заперто, не помнишь? Внизу, по-моему, что-то такое было. По-моему, внизу там... Помнишь, как сохранение на... Сохранить. Так, а может, на опять здесь сохранение? Кстати. Ну, это... Как там? Это а здесь не помню. F1, F2, что ли? Так, значит, здесь я не помню, как сохранять, но мы тогда лучше на всякий случай сохраним. Только один телефон на корабле? Не знаю. Пока вот нам только один встретился. Может быть, будет еще там где-нибудь, чтобы нам не ходить далеко. Так, все. Отлично. То есть он типа ходит, подходит к трубке и проверяет ее, да, работает она или нет. Алло, это горшишня, я сегодня... Палуба горшишня свой, это на связи. Я сегодня чуть-чуть пых-пых и пух-пух. И сейчас я... Так, ну, вот он какой у нас корабль, такой красивый. Смотри, как бы сюжет идет, ключ мы взяли, значит что-то надо открыть, правильно? А где? Шкура. Там. А что внизу? Мы внизу были? Вот там как раз таки нам туда, наверное, надо, скорее всего. Шуба. Так, вот он, дверь. Вот он, по-любому, эта дверь. Закрыт. Вот она. У нас есть ключ. Ключик. Как у нас там? Открыто. Есть. Дайте телефон, пожалуйста. Я забыл, как сохраняться. F1 или... Вот теперь труба будет. Можно бегать с неё, договорила. Ого! Включай. Еще раз. Ха-ха. Иди отсюда нафиг! Она меня пугает своим смехом. Фу, я ж тебе говорю, страшная игра. Да не страшно, просто смех фуфуловый страшный какой-то. Так, пойдем вот сюда сходим. Чё у нас здесь? Где темнота, там я. Называется так. Ух ты, ёбоб, капец, сколько пупков. О, телефон, отлично. Алло, алло. Алло, я сегодня чего-то там как-то с бутылочкой. В третью. Сегодня будем в третью сохраняться по мере нашего прохождения. Вот хорошо, смотри. Продвигай. Так. Вот здесь вот что у нас за комната. Походу, давай каждая дверь подряд во все комнаты заходить будем. По-любому. Так, 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 так. Давай ржи. Ой, не успел. Ну что здесь? Так. Стульчик, веревочка, понятно, дамочка. Мыло забыли положить. Походу, вот тут надо что-то так, разгадать. Так, это что за солдатик? Это надо что-то разгадывать. Что это такое? Расскажи нам. Кукла Красный Морячок. Что-то вырезано у него на груди. А, кстати, действительно, смотри, что-то вырезано. Хмель, что у тебя вырезано? А у тебя что вырезано? Кукла Желтый Морячок. Что-то вырезано у него на груди. И у всех так. Да, у всех вырезано что-то на груди. Ну, раз он это говорит, значит, это какая-то заметочка, правильно? Загадка, наверное. Открывает? Ну-ка, открывай что-нибудь. Нет, не хочу. Помигает, значит, можно что-нибудь открыть вниз. Пюсто, ты почему здесь пюсто? Открывай ящик. Давай. Вот. Ой. Надо именно на него навести, понимаешь? Иначе он не сработает. Пустой. Пустыш. Значит, и хрена так, здесь. Так, что здесь еще есть у нас? Какие-то... Только морячки, стульчик. Что такое? Ух, смотри, можно встать на него. О! Ух ты! Возьми, так. Может кто-то надо встать, а? Может быть. Встал на стульчик, я шею его ждет. Вот сюда, может, наверх туда. О, решетку. Ага, понятно. Может быть, на решетку. А что ж там есть? Может, нам ключик нужен? Так, давай, как ты там развернешься? Не, мне на самом деле здесь очень удобно играть. Ну, это хорошо, что... В том плане, что вот нормально. Никак... Справляюсь я с управлением здесь. Пошли. Сюда. Оп, ух ты, жесть, идет, капец. Оп-оп-оп, давай. Хмель, открывай хмаревку. Как так, ты можно... так можешь капец? Это охренеть. Жесть, ну надо ж такому быть, а?
Пенумбра. Ох ты, Пенумбра, да. Корабли-призраки. Ага. Так, ну вот, видишь. А я такого не знала, я сюда не доходила. Я вот как первую... до этой девочки дошла, я сразу выключала. Первую дверь зашли, такая хрень уже здесь. Она, надеюсь, тут не ползает, а то сейчас она тоже хи-хи-хи такая и ползает. И мы сразу в штаны. Ха-ха-ха. По-любому она какую-нибудь куклу потеряла, и она ее ищет. Поэтому она всех убивает. Какой длинный коридорчик. Так. Что там такое? Хуй, темно. Она не мигает. Хорошо, начинаем сюда. Темнота. Ух ты. Что-то разбитое. О, дух стоит какой-то. Да? А, он точно стоит. Смотри, что это мы к нему дойдем еще как-нибудь. Дойдем, да, дойдем обязательно. Но сейчас мы пока пойдем пряменько. Здесь тоже что-то пусто. А, вот он же стоит. Да. Подальше там. Здоровичок. Так, и вот третья, вон там вот что-то лежит. Вот что-то есть, смотри. Вот это нам и надо, хрень, какая-то круглая туфта. Чуть-чуть. Медаль моряка. О! А. Значит, все понятно, надо в медали вот эти всовывать моряков. Да? Да, на груди. Отверстие так, там было. Так, в эти нельзя зайти, поэтому спрыгивать здесь нельзя, как в Пенумбре. Пойдем вперед. Мы сейчас пойдем вот эту монетку вставим в какого-то моряка. А ты видел, что там написано? То, что там на монетке, туда в такого же моряка и надо вставлять. Да? Да. Ну, хорошо, значит. Моряк А, там было написано. Блин, походу, надо все четыре медали открыть. Найти, вернее, не открыть. Mm-hmm. И вставить ему в грудь эту. Кто ее сюда запихнул? Ни музыки, ни хрена нету. Да, вот тоже так пока тихо у нас. Только девочка одна появляется и смеется. Да, вот это сэмпл смеха. Вот теперь давай посмотрим на медаль, слезем, сползем и засунем моряка хрень. Всё, полезли, посмотри, как аккуратненько. Ой, чтоб не разбиться, ну, как в толху ножки не сломать. Сесть, вставай. Так я забыла, как там вставать. Другая кнопка, прыжка кнопка. Так, нет, это не жми. О, а, нажать, все. Выдерживать. Вот теперь еще посмотри, что за медаль у нас. Так, что у нас за медаль? Медаль моряка А. Вот это она желтая, я так полагаю, что может быть она сюда подойдет. Вот. Все, встал ровненько. Их надо все опустить, понятно, чтобы все. Так, хорошо, отлично. Значит, нам сохраняемся. Значит, нам эта комната еще понадобится. Так, теперь сейчас телефончик пойдем. Наш. Незаменимый помощничек. Пойдем сейчас в комнату напротив. Сохраняем. Этаж первый, гостиная. 11-17 среда, 1937 год, 7:22. Здесь даже все есть. Mm-hmm. Утро у них здесь. 7 год. Я вижу, там дух лежит уже. Чего он там лежит? Он присел. Так, внимание, внимание, внимание. Свет, 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 свет. Есть. Давай, давай, давай. Ох, успели, успели. Ну что здесь за загадка у нас будет? Вот здесь большая. Так. А это не та комната? А, нет, это комната напротив. Так, комната напротив. Что здесь у нас? Еще. Это какие-то столы у нас здесь. Наверное, здесь какой-то типа бар, что ли, был, да? Потому что, смотри, здесь стоит большое... пианино, да, или это фортепиано, что-то такое. Да. Так, ну что ты скажешь? Рисунок с тремя бутылками, надпись в углу картины. Какая? Понятно. А, вон там надпись. И надпись. Это что за Шнягин? На картина на ней с мужчина с топором, сражающийся со змеями. С топором, с какой-то хренотней. В углу подпись ЕМ. С топором и с какой-то фигней висюлькой, которая до колен. Игра похожа на чуть немножко на Outlast. Да? Да. Я увидела, но сразу опустила голову. Картина, на ней двое мужчин, сражающихся с большим змеем. В углу подпись ЕГЭ. ЕГЭ. Кто сдавал ЕГЭ?
Вот продолжение вот этого картина, ЕГЭ. Картина, на ней мужчина, сражающийся с большой змеей. Так. А сюда можно зайти? Присесть и можно зайти. Прыжок удерживать. Не, не прыжок, как вот выйти. Получается, это кнопка. Так, вот вроде бы здесь так пусто все выглядит, но мне кажется, что не пусто тут. Давай. Нифига. Да, встань там что-нибудь. О, заползай туда. Что, ты взяла что-то? Что там? О! Да ничего там нет. Хрень, ты кто? Она доллар, что ли? То исчезает, что ли? Билет, хочешь выбрать, да. Ой, всё. Тут никуда. Так, а сюда нельзя, да? Только... Ой, вторая дверь. Хрень, открывайте. Да ёбу, куда мы переместились-то? О-о-о. Топор или хрень? А что нам надо? Понятно, значит. Это с топореза, что ли, нет? Да, что-то такое. Потом, наверное, найдем его. Смотри, какой напиток. Яд плюс какой-то этот. Жесть, здесь вот чуть-чуть бы... смешивать надо. Да, вот бы на алкоголе так и рисовали сразу змею и какой-нибудь нож. Да, все равно на пачках пишут. Там зубы, там кобьез, там что-то. Да, да. Не да. Выпадет беременность, а люди все равно смалят. Пофигу на это все. Проверить. Смотри, какой плоский ковер с медведем. Туда иди. Но на пианино можно что-нибудь надринкать? Может, нельзя, нужно сыграть нельзя. Нужную мелодию, и тогда все нормально будет. Ничего. Ой, давай жми. Не, не ту кнопку. Хорошее пианино. Он сначала сказал пианино, теперь хорошее пианино. Садись и играй. О, ключик, видишь, что-то? Хорошее пианино. Понятно. Нечего нам тут делать. Главное, что мы сейчас везде свет включим, нам уже будет полегче. И сохранимся. А мы там ничего такого не сделали. Ну, потом будешь делать заново, если что. Он просто там прошел. Ну, давай, кто такой вообще? А, вот, ему нужен напиток, по-любому. Mm-hmm. Вот стопорез. Пьяный. Кто вы? Давай, что-нибудь тебе надо. Ой, чё. Все умерли. Even that fool Ed. He became crazy after he went into that far room. The three of us locked him in. He was my friend. Он был моим другом. Ed. I'd like to taste that drink of his again. Напиток еще. Понятно. А как узнать, какой напиток? Мешай ведь. That damn sailor. Этот моряк. He locked the door. I don't care though. Хотя я не знаю. I probably would have done the same too. Давай. Ed. I'd like to taste that drink of his. Бери напиток. Бери стакан. Пойдем мешать ему бодягу. Ёж, водку с пивом. Стек. А чё мешать-то, ёбал? Стек. Это сокращенно стакан. Ага. Мешать? А вот, наверное, всё смешаем. Все четыре штуковины смешаем. Что же ему этот Эд мог ещё сделать? Так, понятно. Это у нас такая барная стоечка. Ну что ты не может он пройти, толстый может. Слишком, видишь? Да, вот здесь почему-то сделали так, что надо именно вот этот стол обходить. Ой, что за хрень, смотри. Где? Вот это что такое? Это, наверное, эти иллюминаторы какие-нибудь. О, понятно. Закрытые. Кирабель Перизера. Чпок. И пук. Вот здесь вот они. Походу здесь. Надо все намешать и все. Да, я тоже так думаю. Сейчас мы сделаем тебе напиток. Встанешь и будешь. Да, вот мы тебе смешаем топор с каким-то мужиком. Бери стопорез. Топор так. С мужиком и что-нибудь еще. Следующий. Отлично. Ерша ему надо нахрен. Так, следующие два. И дверь открой сначала. Так, тут тоже пока вспомнишь, какие кнопки. Ну. Так, теперь змею ему подложим. Давай. Такие вот любят напитки.
Это значит яд, змеиный яд. Сейчас он придет тебе. Да. Все, чувачок, сейчас ты будешь замечательно себя чувствовать. Будешь лежать еще хуже. Теперь действительно ляжешь. Сейчас сидишь, а потом ляжешь. Сейчас тебя это добьет. Интересно, как он выпьет напиток? Он же призрак. Тебя не беспокоит это? Как призрак? Он сейчас выпьет, и все, что ему надо было. Может, сквозь него, наверное, прольется. На, чувачок, дринкни. Эй. Давай, выбери напиток. Сейчас. Держи. Вы даете это мне? Так пей, ты задолбал то уже. О, выпил. Was that supposed to do with something? Мне что-нибудь надо за это сделать? Ключ давай. Конечно. That damn sailor. Моряк. He locked the door. I don't care though. Хотя я не знаю, я вероятно. I probably would have done the same. Все, мы это читаем. Эд. Эд, я бы хотел. I'd like to taste that drink of his again. Ты уже выбухнул. Все, даже стопарь, пойдем сохранимся. Сохранимся и ля-ля тю-тю, все. Значит, мы не тот какой-то напиток ему сделали. Почему? Стакан-то исчез. Все, мы сохраняемся и ля-ля тю-тю. Так, да. Но все-таки мне кажется, он должен был исчезнуть. Потому что мы, наверное, все-таки там не все надо было смешивать. А фиг скорее... он, только стопорец исчез туда. Ну, сейчас я могу посмотреть, исчез он или нет. Может быть, он опять появился. Да? Ну, посмотри. Блин, ни хрена, не тот напиток. Да? Да, не тот напиток. Значит, мы что-то не то смешали. Всё, в следующей серии все смешаем. Тормознёмся здесь. Подписывайтесь на канал, ставьте руку, контакте, комментируйте. Тебя взяла, всем удачи, пока, хорошего настроения. Смотрите же на прохождение. Чё?